Печальная статистика подтверждает, что с приходом весенне-летнего периода на дорогах Брещины увеличивается количество аварий с участием мотоциклистов. Оседлав двухколесного друга и поддавшись зову скорости, зачастую владельцы мотоциклов попросту пренебрегают элементарными правилами вождения. Ответственность за такое поведение на дороге нерадивым гонщикам все же нести придется. Сотрудники госавтоинспекции в данный период времени несут службу в усиленном варианте и основной акцент делают именно на пресечении фактов нарушений правил дорожного движения водителями мотоциклов. Основные нарушения данной категории участников дорожного движения – это превышение установленной скорости движения, нерегистрация транспортного средства, также управление транспортным средством без мотошлема и нарушение правил маневрирования. Чтобы предотвратить нарушение правил дорожного движения и дополнительно информировать водителей мототранспорта, сотрудниками госавтоинспекции ежегодно проводится ряд мероприятий. Примером этого года стала акция «Мотодвижение без нарушений», во время проведения которой сотрудники ГАИ вручали мотолюбителям тематические памятки и осуществляли проверку документов. Хочется отметить, что за час проведения рейда нарушителей правил дорожного движения выявлено не было, а все остановленные мотоциклисты с пониманием относились к происходящему, призывая собратьев по железным коням не нарушать ПДД. Прежде всего, я думаю, что не стоит забывать, что любой участник движения, он прежде всего ответственен за других, которые есть на дороге. И не нужно это относить в разные какие-то категории, мотоциклисту или автомобилисту. Прежде всего, я думаю, что какое-то уважение ко всем людям и непосредственно к самим пешеходам даже, они тоже являются участниками движения. Ребят, не нарушайте, ни гвоздя вам, ни жезла. Удачи. Мы никогда не нарушаем правила. Мы немножко ускоряем эти правила. Мы их не нарушаем, но ускоряем. Так что, ребят, ездите быстро, но по правилам. Наталья Луговкина, Эдуард Бакунович, Антон Луговкин, телекомпания БУК-ТВ.